Олег Георгиевич, с победой. Насколько ваши ожидания от Кипра совпали с действительностью? От Кипра полностью совпали. То, что мы смотрели, то, в принципе, Кипр и делал. Пока были у нас силы, опять же, пока могли двигаться и делать то, что мы должны были делать, было все, в принципе, плюс-минус под контролем. 60-е минуты силы покинули многих, так скажем, и, конечно, уже была другая игра совсем. Казалось, что после первого гола Кипр немножко так завладел инициативой. С чем это связано? И так ли это вообще? Нет, я думаю, что не завладел, а быстрый гол. Вместо того, чтобы об этом сказали в раздевалке, вместо того, чтобы продолжить в том же духе, я думаю, что, наверное, нам служил плохую службу и где-то подрасслабились. Выставили вы такой очень атакующий состав. Не было опасений, что в обороне из-за этого придется чуть тяжелее? Нет, как раз это не вызывало опасений. Вот и как игра это показала, что, в принципе, проблем в обороне в первом тайме не было. Это то, что я помню так на скидку. Проблемы стали возникать в обороне, когда функционально подсели. Что сказали команде в перерыве? В перерыве что надо возвращаться, надо выходить на второй тайм, как на первый. Значит, сначала вышли. Понятно, что играли два дня назад, через два на третий играть сложно. Но здесь все многое зависит от головы.